Бегу в школу, позвонили, сказали, заберите Артема. Уже второй раз его выгоняют. Он там два раза кашлянул. То есть по инструкции так, что если ребенок кашляет, значит потенциально можно считать, что это коронавирус. Но я тест ему делала, ну все отрицательно, все окей. Я не знаю, у нас через два дня поездка, видимо, придется ее отменять с классом. Он должен был ехать с ночевкой. На прошлой неделе, когда Аню стошнило, я ее раньше забрала из школы, а потом пошла за Артемом. Я Артема разыграла. Он только, правда, у двери, у дома спросил, а где Аня? Я сказала, мы ее забыли. Сейчас я забрала Артема раньше. И сейчас мы разыграем Аню. Надеюсь, все-таки в поездку он поедет. Сказали, что пусть он завтра отдохнет в среду, а в четверг приводите его и поедем. Пошли, пошли. В общем, Аня, как настоящая сестра, сразу же спросила, где Артем? Вот так. Что-то он не принял. Что, повезем назад? Да. Сейчас напишет. Надо меньше пить. Не принял. А ну давай, Аня. Давай, соус пошел. Соус принял. А ну, Артем, давай ты еще соус. Вон, крышка. Принял. Дальше. А крышка? Давайте. Все, у нас там только соусы остались. И варенье. Еще глубже. Еще глубже. Please wait. Нет, он remove контейнер. Нет, не хочет. А что? Он же раньше взял. Антипопку может. Такую взял раньше, чтобы он. Ушел. А ну давай еще раз попробую. О, все, отлично. Это какой-то глюк был. Вот. Видите, как у нас. В Германии, правда, деньги выдают за это, а тут не выдают. Ветер сильный. Смотрите, на заборе висит такой фартук с нарциссом. И в пакете такие цветочки, нарциссы, которые нужно на одежду цеплять. Вот ты их цепляешь и как бы говоришь, что ты являешься активистом защитников цветов нарциссов. У нас сейчас период будет нарциссов и будет везде очень-очень много. Только почему это тут висит, непонятно. Может, какой-то волонтер решил прекратить свою деятельность. А мы с Аней едем в школу. Осталось два дня. Так, ну что, ребята, час. Да, час настал. День икс настал. Ань, ты готова? Ага. Все готовы? Нет. Артема не очень хорошее настроение. Радуйся, ты не в школе сегодня. Едем. Аня у нас сегодня, смотрите, какая вся фиолетовая. Ждем в приемной. Страшно, да? Да. Ой, как будто она такая, как будто не твоя нога, правда? Так, нам выдают, видите, называется, как он, walking boot. Does that feel okay in there yet?
Смотри, как хорошо. Ну как? Как ощущение первых шагов? Больно. Больно? А где больно? На пятке? Именно на пятке. Но не там, где был перелом? Видишь? Да, точно. Она берет, его? Берет, жует эти камни и назад выплевывает. Ну надо же. Так вот все происходит. Смотрим на снеки. Так, почем? Вот это 10 фунтов. 10 фунтов? Как 10 фунтов? О, боже. Ничего не купишь. Ух, и цены, ребята. А мы ничего не хотим. M&S он запомнил. Я хочу О, вот это вот мои любимые чипсы с тетками купальника. Фунт 10 за маленький. Съешьте чипсы. Я их люблю, они вкусные. Да-да. Так, давай, давай глянем, что из напитков. О, есть вода, это прекрасно. Вода есть, кола, спрайт. Что почем, не знаю, где-то должна быть вывеска, что почем. А, тут, наверное, надо онлайн узнавать. Или нет? Ну, короче. О, и можно кофе. Вот кофе я бы взяла. Что, матч? Да. Моча. Это моча. А, моча, ну да. Я бы взяла, вот я в таких автоматах люблю пить капучино. У нас новая поездка. Пожелайте нам удачи в пути. Yeah. Такая холодина, такой ветрюга. А прикольно было бы, если ты взяла, а запихнула туда этот, сыр посыпалась. Сыром? Ну, это прям люкс. Вкусно? Я хочу попробовать. Замерзали, даже нормально поесть не могли. Я и волос наелась, ветер такой сильный. Вы там как, дети? А, я замерзла. За к отцу, блин, там я тоже замерзла. Просто ужас какой, у меня жуки. Нормально. Да, просто влажность высокая, ветер. Ну, где-то, наверное, ну, вот я не знаю, я такое ощущение, что, наверное, ноль, где-то так. 8, а ощущается как ниже? 4. Ощущается как 4. Ну, а для меня все 0. Смотрите, буквы магазина. В таких, видите, штыря от голубей. Туда, да, на лавочку пойдем. Ой, а что так грязно тут? А там уж очень ветрено, там и грязно. Устала? А, нам еще. Боже, бедненько, это так тяжело. Понеси свою сестру, понеси. Вафли. Сейчас покажу, что... А ну, открой, Вань, рюкзак. Покажи, что у нас там за вкусняшка. Вафли вкусные, кстати. Смотрите. Ти
тирамису. Тирамису. Вот так. Это потрясающий вкусняшки десерт. Давайте глянем, что тут есть. Шубка есть такая. Платье. Сумка. Винтаж, винтаж, ребята. Да, такое, конечно, надо уметь носить, если честно. Я не очень люблю это все такое винтажное. Что такое винтаж? Винтаж — это старье? Старые старые вещи, которые больше 30 лет. Считается винтаж. Так, смотрите, leather bag. За, вот смотрите, за 25 фунтов плетеная. Ну чем вам, ребят, не ботега? Прям реально, это натуральная кожа, ребят. Очень классная, кстати, выглядит шикарно. И цена, кстати, очень хорошая. О, а здесь, смотрите, такая вот сумка летнего формата. Если вот эти отодрать, вот эти бусинки, то вообще бомба. Можно под любой летний аутфит брать. И, кстати, на сумке классные перчатки. Хорошие перчатки, мне нравятся. Так, что еще? Есть вот такое украшение из бисера. Смотрите, оно прям обклеено или что это, каким-то камушком. Шляпы. Жаль, не везде есть цены. А вот такая картина с розой 2 фунта стоит. Тут такой вот есть бар. И так сдалека глянешь, такие стулья, как будто бы... Боже, они металлические, но они пластиковые. И думаю, надо же, как натурально пластик сделан. Да? Красиво. Вот еще один charity shop поддерживает, видите, какие-то сердечников, короче. О, смотрите, много книг про королевскую семью. Так, ну, в общем, мы возвращаемся домой. В машину и домой. Да. Ура, 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 давай быстрее, быстрее, быстрее. Так, мальчики, поехали на склад, а мы едем на лифте, и у нас соревнования. Кто быстрее, кто быстрее? Либо кто быстрее? Первый, либо второй. Так, делайте ставки, кто быстрее, а девочки или мальчики? У нас второй. Да? Да, капак. У нас капак. Ну, давай, 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 давай. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, 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 давай, давай, давай. Куды, куды? Жать, куда, жать, куды? Так, Аня, смотри. У меня аж глаза красные от ветра. Так холодно. Ой, я так люблю лифты. Вот с такими, с зеркалами. Сразу видно. Пойду во всей красе. Так. У нас даже лифт в школе лучше звучит. Да? Страшно? Как будто мы в поезде. Не застрять. Кстати, вот такие вот лифты в этих, в аэропорту в Манчестере. Так, ну что, мы быстрее? Давайте, давайте, давайте. Кто быстрее? Кто быстрее? Ну, давай, давай. Давай. Не знаю, конечно же. Молодец. Что, не нас? Пардон, пардон. Пардон, не туда. Откуда ты знаешь? Потому что мы, когда ехали по спиральке, это был первый этаж, там был второй, но мы не поехали. 41. Значит, выше 3 часов, пункт 70. Видишь, как? До 2 часов. Бесплатно. Этот, да? Сюда? А, блин. Мы точно не первые. То есть мы оказались все-таки первые. Мальчики, мы оказались быстрее, и мы выиграли приз. И сейчас я вам покажу, какой. No need to be stressed, gotta take it home, 'cause there, I really miss.
shame.